Здравствуйте, мои дорогие! Ирина Бьёрна и Белкниги приглашают вас на следующую передачу. Передача зимняя, но сегодня первый раз светит весеннее солнце и вылезли первые цветы. Температура плюс 2 градуса. Тут стоят розы, которые мой муж подарил мне на день Валентина. Он подарил мне 25 роз, очень красивых. Я надеюсь, что ваш день Валентина тоже прошел очень хорошо. А теперь у нас опять передача о волосах. Зимой наши волосы, они растут очень медленно. А так как я танцевала в январе, мне пришлось опять коротко подстричься, потому что мы танцуем танцы начала 20 века, поэтому я должна очень коротко стричься. Но каждой женщине хочется все время изменить свою прическу. Какая бы она ни была красивая, хочется что-то нового. Как сделать так, чтобы волосы быстро росли? Конечно, волосы – это зависит от витаминов, зависит очень сильно от солнца, очень сильно. Когда лето, волосы растут гораздо сильнее, потому что ультрафиолетовый цвет, плюс мы не носим шапок, свежий воздух, и они растут быстрее. Что такое свежий воздух? Это отрицательные ионы, которые в нашем воздухе после грозы, например, воздух пахнет очень хорошо. Но существуют разные способы массажа. Один из способов массажа, мы уже говорили, это простукивание черепа головы, чтобы волосы, корни волос росли быстрее. Это вот первое упражнение, которое я практически делаю каждый день. Второе, как я говорила, написано в моей книжке «Секреты колдуньи», которая сейчас будет переводиться, она переводится на датский и будет переводиться на русский язык. В этой книжке написано, что моя бабушка всегда говорила: расчесывайте волосы деревянной расческой 100 раз в одну сторону и 100 раз в другую сторону, чтобы они быстрее росли. Я купила в Китае хорошие деревянные расчески из сандалового дерева. Они пахнут очень хорошо, и сандаловое дерево не раздражает кожу. Если вы причесываетесь железными расческами, учтите, что кусочки железа, они могут негативно влиять на рост волос. Сейчас я вам расскажу метод, который я выучила в Австралии. Сейчас я покажу вот этот вот массажный инструмент. Этот массажный инструмент был впервые сделан из веток в Австралии аборигенами больше, чем 2000 лет назад. И они очень любят друг друга. Вот они вот так вот одевают. Видите, что я делаю? Я одеваю и начинаю его скручивать. Одеваю и скручиваю. И получается очень медленный, хороший массаж. А если вам ваш партнер еще может это сделать, то это принесет еще больше удовлетворения, потому что прочесываются корни волос, улучшается зрение, потому что у нас зрительные нервы сидят под черепом, поэтому улучшается и зрение, и очень приятно расслабление идет, такие волны расслабления. Вот такой массаж я стараюсь, у меня лежит этот массажер около телевизора, и когда я вечером смотрю новости очень коротко, то я промассирую, обязательно массирую мои пальцы и массирую обязательно голову, немножечко. Это очень приятно и хорошо, видите, прическа даже поднялась немножко. Это вот первый секрет, это вот массажный инструмент, который сделали аборигены, а потом, конечно, сейчас Китай производит, и, конечно, никто не платит никаких авторских прав никаким аборигенам. И когда я была в Австралии и разговаривала с аборигенами, конечно, они говорят, что, в общем-то, это не очень хорошо, что их пользуются их находкой без всякого патента. Следующее. Это тот же, это я купила в Германии. Тот же принцип, как и у аборигенов. Видите, вот такие вот щеточки, которые могут раздвигаться на то расстояние, которое вам надо. Единственное новое, что здесь, это кнопка такая. Значит, стоит электрический вибратор, который, когда я надеваю на голову, включаю на кнопку, слышите, возникают вибрации, сильные вибрации довольно, поэтому я не долго или моим клиентам, или себе, или моему мужу долго я это не включаю, потому что вибрации довольно сильные. В Америке я видела такой же прибор, когда вибрации можно делать на разной скорости. Они более сильные, слабые. Здесь только одна, вот в Германии то, что я купила,
только одна компонента. Массажный прибор сделан в Китае, его можно вот так оставить немножечко и немножко прочесать все волосы. Таким образом вибрируются корни волос и, конечно, волосы улучшаются, растут быстрее. Это вот второй метод, такой же, как первый, но с вибрационными эффектами. Сколько массировать? Я массирую обычно 1-2 минуты, не больше, для того, чтобы лучше меньше да лучше, как русские говорят. Лучше промассировать подряд 2 дня, но если перемассировать, может быть головная боль даже. Так что, если у вас есть возможность купить, посмотрите на интернете, оно продается в Амазоне тоже. Вот такой вот вибрационный прибор с кнопкой я купила в Германии в аптеке. У него тут две, оказывается, скорости, вот две, первая и вторая. Сейчас мы вторую включим, вторая более сильная скорость. И вот опять мы как следует прочесываем всю нашу. И можем даже вот так скрутку опять сделать и опять прочесать. Вот, волосы растут очень быстро. Сколько, что значит очень быстро? Сейчас я выключу. Видите, он собирается вот так, раз, его очень удобно в сумку класть или куда-то в поездку, занимает мало места. Волосы становятся пушистыми, хорошими и растут очень быстро. Как быстро? Обычный рост волос, если человек здоров, я всегда спрашиваю две вещи. У вас как быстро растут ногти и как быстро у вас растут волосы. Если ногти и волосы растут, значит, в организме есть рост, значит, здоровье еще хорошее. Обычный рост – это около 1 сантиметр в месяц, по крайней мере. Это 12-15 сантиметров за год вырастают волосы. Если рост хороший, растут 1 сантиметр в неделю. И такой рост у меня был вот в декабре, когда я активно занималась масками и смотрела, какую маску для волос делать. Очень хорошие маски из водорослей, например, японские. И тогда волосы растут еще быстрее. Когда я пришла в парикмахерскую, к моему парикмахеру, она даже удивилась, потому что у меня выросла прическа за 3 недели, за столько, сколько растут примерно за 2-3 месяца. Я покажу другие приборы в других передачах. Будет много у нас передач. Впереди бел книги. Книги для здоровой жизни и веселых, хороших, простых людей. Ирина Бьёрна, ваш помощник на каждый день. Хорошей весны, окончания зимы, чтобы цветы были в вашей жизни, чтобы все было хорошо. Желаю вам хорошего здоровья. До свидания, встретимся в следующий раз.